кулуарной еще сфере вернуться к вашим знакомым. Вот смотрите, была встреча Медведева и представителей крупного бизнеса. Медведев спросил, попросил их поддержать его. Ну, там, поддержало совсем небольшое количество людей. Вот как вам кажется, почему, опять же, является ли это предметом обсуждения среди ваших знакомых, почему бизнес не поддержал президента Медведева? Почему все-таки бизнес остается на стороне, как мы видим, Путина? Ну, слушайте, потому что бизнес – это про деньги. И мне кажется, опять же, это сугубо мое личное мнение, но всегда хочется решать вопросы не с замом, а с директором. Ну вот как-то, если говорить в бизнес как бы ориентирах, ну как бы если я президент бизнеса, то я тоже хочу вот с президентом все-таки разговаривать. Ну то есть они как бы Медведеву роль зама, да, автоматически отводили? Ну как мне кажется, то есть как я это воспринимаю. Мне кажется, да. Ему эту роль отводили вовсе не они. К сожалению, время подошло.